Слышь, Монти, мы же договорились встретиться на улице, а ты даже не оделся. Я пас. Чего? Итальянские костюмы, Кристофер. Было в моей жизни время, когда я мечтал работать в команде Тони Сопрано. Пошли, уже 5:15. Возможно, все в организации идет по пизде, потому что молодые не слушают старших. Нахуй, Тони, твои слова. Надо держаться вместе. Зачем работать в команде? Для чего быть бандитами? Слышь, учитель, соси ты хуй. Ты долю мою приготовил? Так ее уже забрали. Кто? Парни Джуниора Сопрано. Говорят, ты больше не при делах, теперь это их угол. Ты отдал деньги? Ну, когда тебя в рот суют Смит энд Вессон, особо не поспоришь. И не позвонил мне? На улице говорят, ты уже не при делах. Извини. Это бизнес. Федеральные обвинительные акты? Да. Обвинительные акты? Чё за нахуй? Точно? Говорит, не только мой источник в Джерси. Половина Нью-Йорка уже съехала в Форт Лодердейл. Блять. Могут взять за жопу. Тебя-то за что? Что значит за что? Я в организации. Нихуя себе, когда тебя приняли? Не приняли. Пока не приняли. Я тебе звонил в прошлый Новый год. Нахуй. Эй, это же Фолиотел, ты чё вообще? В чем дело? Сейчас не время беситься, Кристофер, со всей этой обвинительной херней. Бери Джорджи, проверьте туалет на прослушку. Надеюсь, у них все обойдется. У кого? У ребят. А я? У тебя все будет в порядке. Тебя по телевизору даже не вспомнили. А какие возможны обвинения по делам об убийстве? Несомненно, усилия будут направлены на еще не раскрытую казнь Брэндона Филлоне, близкого к семье Сопрано. Возможно, это была борьба за власть. Да кому он был нужен? Мои коллеги сообщают, что Филлоне верный солдат, и тут его убивают. Солдат? Брэндон Филлоне? Близ? Солдат? Да идите вы нахуй! Господи! Джорджи, ты сначала смотрел? Меня упоминали? Нет? Да хорош пизде! Хорошо, мне пора, давай. Когда диктор сказал «Брэндон Филлоне», у меня волосы, блядь, на затылке дыбом встали. Я ж был с ним знаком. Сообразили из него, блядь, Джона Готти. Это я его сюда привел. Если бы не я, Тони о нем бы вообще не узнал. Фильм «Лицо со шрамом». Финальная сцена. По базуке, блядь, в каждую руку и поздоровайся с моим маленьким другом. Блядь, не сценарий на уме. Если ты этого не сделаешь, я усомнюсь в твоих лидерских качествах. Ух ты, блядь, неблагодарная. Ты где наглости набрался, а?